У нас прошел второй этап Dread Dead совместно с технопарком прямо в центре города, на площади имени Ленина, в городе Новокуйбышевск. На эти два дня город наполнился ревом моторов и звуком прямоточного выхлопа. Узкие улицы. Вот что такое центр старого города. Узкие улицы и постановка свыше 100 км в час. 36 пилотов. Это действительно очень много. У нас такого еще никогда не было. Для нас это своеобразный рекорд. Квалификацию мы растянули на 2 дня. День, это уже день соревнований и квалы. Пошел дождь длиной в сутки. Ожидали такого, мы ожидали небольшой дождичек. В итоге мы все промокли до нитки, промокли даже дождевики. Было это, конечно, очень жестоко, это был жесткий трэш. Но мы выжили в этот день благодаря поддержке зрителей, которые не уставая находились вместе с нами на треке, благодаря поддержке ребят, которые вместе с нами трудились на этом треке, благодаря всем организаторам технопарка и Dread Dead, которые находились вместе с нами такой большой сплоченной семьей, мы сделали это мероприятие. Выразить отдельную благодарность всем тем, кто помогал делать это мероприятие, всем зрителям, которые от и до с нами присутствовали, а также пилотам, которые сделали этот дождливый пасмурный день. Большое вам спасибо, дорогие друзья. Мы вас будем ждать уже на дальнейших наших соревнованиях. Оставайтесь всегда с нами. Приезжай ко мне, детка. Ты ко мне, мы там. В дверь, 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 дверь! Хорош!